Всем привет! Сегодня ко мне в руки попались вот такие вот две коробочки интересные. Снаружи абсолютно одинаковые, ничем не отличаются. Поэтому давайте возьмем, ну ладно, пускай будет от правой, которая под правой рукой, естественно. Давайте поближе посмотрим коробочку. Это у нас ножик от производителя Microtech. Такая вот коробка, поближе ее. Тут просто белая. Что касается полиграфии, я, конечно, не держал в руках оригинал, но вот именно эта коробочка, такое ощущение, как будто нанесли принт, а потом промокашечкой промокнули. То есть вот, как по мне, не хватает чуть-чуть четкости. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, возможно, в оригинале так же самое, но тогда и в оригинале бы для меня чуть-чуть не хватало. Я не могу сказать, что это плохо, хорошо, но как-то так вот. Хотелось бы чуть-чуть больше четкости. Коробочка коробочкой. Давайте откроем, посмотрим, какой у нас там в середине ножик. В середине у нас вот такой красавчик. Еще на секунду его отложим в сторону. Коробка. Типа инструкции, или не знаю, или гарантийный талон. Если кто-то знает, может, подскажет. Так, обычная картонная коробка. Ничего сверхъестественного нету. Ну, коробки — это все мелочи жизни. Давайте вернемся к самому ножику. Вот такой вот красавчик. Так вот, клиночек у нас четко по центру. Ножик у нас на шайбах. Масло. Это, кстати, уже масло, можно сказать, не то, что нету, а здесь вообще нету. Потому что как только он приехал, я открыл коробку, такого количества масла я не видел ни на одном ноже, как здесь. Просто он был залит. То ладно, иногда бывает там клиночек чуть-чуть, а тут и рукоятка, и лезвие, и все-все-все. Причем масло такое было интересное. Не отмывается. Я его еле-еле отодрал. Плюс воняло, запах вот такой, или даже я не скажу так, как, если кто знает, веретенка как раньше пахло. Автомобилисты знают. Такое часовое вот масло, часовых мастерских. Вот запах очень едучий. Прямо аж в горле стоял. Ну ладно, это такие мелочи жизни. Давайте посмотрим сам ножик. Ножик у нас в исполнении G10 рукоятка. Вот такая текстурка. Очень даже красиво. Очень. Масло. Клиночек у нас из D2. Вот такой вот сатинчик. В середине Stonewash. Тут вот сделанный. С этой стороны. Тоже у нас сатинчик. Очень красивый. Очень переливается. Фрейм заходит на самое начало. Есть сухарик. Вот видно сухарь. Клипса. Ставится только в одном положении. При этом она все, я бы сказал, довольно-таки жесткая. Ну, от средней, скажем так. Минусом ее, я считаю, смотрится красиво, четко подходит ножу, но посадка вот такая. То есть вот сколько тут добрых 2 сантиметра, а то и 3 будет торчать из кармана. Сзади бэкспейсер, анодированный, синего цвета. Немножко приходится кистью доводить, чтобы флипануть. Ножик, я повторюсь, на подшипниках. Подшипники здесь должны быть роликовые. Такие, как на ножиках F3, 110 на копиях Шарогоровых. Так не видно. Разобрать, к сожалению, не могу, так как ключика нету. Ножик не мой. Это человек заказывал, поэтому... Пробовать экспериментировать с отверткой, чтобы не поцарапать, не хочу. Давайте вкратце глянем параметры ножика.
Так, общая длина ножика 22 сантиметра, длина режущей кромки 9 сантиметров, длина лезвия 10 сантиметров. В закрытом состоянии у нас ножик 13 сантиметров. Давайте попробуем взвесить. Смотрим на вес. Не хочет держаться. 146 грамм. Может, вот так будет. 147 грамм. То есть ножик довольно-таки легкий. В середине у нас нету лайнеров никаких. Абсолютно чистая G10. Поэтому он очень-очень легкий. Здесь вот встала вот такая вот в правом лайнере. Вставочка, или даже не лайнере, а плашечки, вставочка металлическая. Стоппер, куда упирается боночка в закрытом положении. А с этой стороны роль стопперной боночки играют вот такие вот упоры металлические, дабы не G10 оставался целый. В руке сидит очень даже классно. И таким хватом, и вот таким вот хватом. Насечечка довольно-таки мягкая, приятная. Углы острые. Так вот. Еще хотел, пока забыл, по поводу характеристик. По просьбам телезрителей обзавелся я вот такой вот штукой. Называется микрометр, кто не знает. Потому что просят померить сведения. Я, в принципе, против этого. Или когда люди штангелем пытаются померить, это, конечно, вызывает улыбку. Ну, давайте сразу посмотрим, поставим. Покажу вот на нуле. Сразу поставим. Давайте так. 0,5. Ставим. Зажимаем. Пробуем. Чтобы видно было. Я бы сказал, чуть-чуть маловато. Давайте еще добавим одну десяточку. То есть 0,6 сейчас получается. Вот 0,6 уже. Вот так вот будет видно, думаю, да? В этом положении где-то 0,6. Дальше идем. Дальше фокус потерялся. Сейчас вернется на родину. Вот уже дальше. Тут еще больше сведения. Добавляем еще. Сейчас 0,7. Вот уже 0,7. Великовато. Возвращаемся назад. Вот 0,65. Здесь как раз хорошо. Так вот 0,65. Кончику еще толще. То есть кончику где-то 0,7. Итак, вот тут где-то получается 0,6, 0,65. Кончику 0,7. Возможно, даже. Давайте, муж, проэкспериментируем. Так вот 0,8 поставим. Маловато. 0,9 поставим. Маловато. О. Теперь вот кончик подошел. То бишь итог 0,6, 0,65, кончик единичка. Довольно-таки ломовитый ножик получается. В сравнении, с чем еще сравнить даже? У меня каких-то таких ножей, такого форм-фактора нету. Поэтому положим рядышком крысу. Куда ж без нее?
Давайте вот так, чтобы не блестело. Вот так вот будет понятно в сравнении с крысой. Так вот вполне толщина. Вот рукояточка длиннее где-то, ну буквально там на пару миллиметров длиннее. Клиночки при этом по длине одинаковые, но толще насколько. Толщина клиночка у нас здесь. Забыл померить. 0,4. Кому будет видно. Итак, что сказать. Ножик прикольный, классный. С собой таскать не знаю. За счет того, что клипса слишком будет торчать много ножа из кармана. А так, очень красивый. Давайте еще раз, как говорится, глянем на него поближе. Так вот, сатин. Рукоятка. Мне очень понравился цвет. Плюс обработочка. Вот средняя часть. Видите, такой как будто тигровый. Каким-то таким... Как направляющая в знаке. Направление движения. То есть поворота. Винтики. Поближе. Все фасочки сняты. Ни загусеничков, ничего нету. Очень красивый вот этот винт, за который открывать лезвие. Смотрится очень классно. Мелкие винтики. Сзади темлячное отверстие. На клипсе. Скажем так, придраться по исполнению абсолютно не к чему. Единственное, что вот приходится немножко доводить кистью, но здесь два варианта. Или просто центр тяжести клинка смещен слишком близко к осевому, и поэтому не хватает ходу клинка. Или, возможно, нужно чуть-чуть буквально попустить осевой, хотя вот под своим весом отжимаю лайнер, то есть фрейм, то под своим весом клиночек падает, закрывается. Но открываться не хочет полностью, если не доводить кистью. Буквально чуть-чуть довел, щелкает, классно все. При этом падает под своим весом. Ну все, вот такой вот красавчик. Спасибо, надеюсь, кому-то было интересно.